Всем привет! Сегодня мой обзор будет посвящен увлажняющему крему Hydra Essential для нормальной склонной к сухости кожи от французской марки Clarins. Крем был упакован в защитную пленку. На крышке есть фирменная надпись. Она также присутствует и на дополнительной крышечке, которая защищает крем от попадания пыли. Упаковка представляет собой тяжелую, увесистую стеклянную баночку. Аромат у крема приятный, ненавязчивый, консистенция густая, белого цвета. Объем крема составляет 50 мл. В составе есть консерванты, диметикон, спирт и ближе к середине списка присутствует силикон. А состав меня не смутил, все-таки крем не относится к разряду натуральной косметики. К основным растительным ингредиентам, входящим в состав, относится экстракт каланхоэ, который отвечает за увлажнение кожи, и экстракт каликарпа, который придает сияние. Описание от производителя. Крем с легкой тающей текстурой восстанавливает способность кожи удерживать влагу, помогая сохранить оптимальный уровень увлажнения в любых обстоятельствах. Входящий в состав формулы органический экстракт каланхоэ запускает естественные механизмы увлажнения кожи, стимулируя синтез гиалуроновой кислоты. Хорошо увлажненная кожа становится гладкой, упругой, излучает здоровое сияние и чувствует себя комфортно. Крем дарит интенсивное увлажнение, освежает, делает кожу нежной и упругой, пробуждает естественное сияние. Крем также защищает от загрязнений. У меня комбинированная чувствительная кожа, и несмотря на то, что Т-зона склонная к жирности, я выбираю крема, которые будут увлажнять сухие участки кожи. И могу отметить, что Т-зона отлично отреагировала на подобный уход. Несмотря на достаточно плотную текстуру крема, он абсолютно не комедогенен, не вызывает прыщей и подкожных воспалений. Крем хорошо распределяется и быстро впитывается, оставляя после себя только комфортные ощущения. Покупаю данный крем уже не в первый раз, использую его исключительно в зимнее время года. Для лета он будет тяжеловат по текстуре, предпочитаю более легкие текстуры летом. Мне нравится эффект от крема. Кожа бархатистая, приятная на ощупь, выглядит более подтянутой. Очень классный качественный крем, который действительно дарит коже заявленное производителем увлажнение. Крем однозначно рекомендую к покупке. Пишите в комментариях, на какие другие средства данной марки вы хотели бы увидеть обзор. Всем пока!